такой же блокнот, разыгрываем, его получает номер 245, номер 245, показываем свой номерок, отлично, есть 245, поздравляем. Так, перемешиваем номера, перемешиваем, лотерея продолжается. Следующий приз — энциклопедия для любознательных, в недрах которой вы найдете много интересных вопросов и ответов на них. Итак, это номер 180. Номер 180. Номер 180. 180. Не вижу, не вижу, не вижу. 180. Следующее. Еще одна очень интересная энциклопедия. Удивительные факты, изобретения, путешествия, история и еще много других направлений невероятно описаны в одной книге. Ее обладателем становится участник под номером 94. 94. 94. Ура, есть! Следующая книга, которую мы сейчас разыгрываем, будет книга, в которой представлены 50 занимательных вопросов и столько же необыкновенных ответов на них. Итак, обладателем этой энциклопедии становится номер 91. Номер 91. 91. Номер 91. Кого еще с нами нет? Кто еще до нас не добежал? Номер 91. Давайте тогда мы сейчас его отложим, 91. И если мы не найдем до конца розыгрыша участника... Следующий приз придется по душе любителям фантастики и ужастиков. Стивен Кинг, книга «Талисман», номер 161. Вот она, есть правда. Мы ее нашли. Дальше, следующий приз для любителей детективов. Александр Молчанов, книга «Писатель», номер 243. Номер 243. Александр Молчанов, произведение «Писатель». Номер 243. Ищи, ищи. 243. Ура! 243. Мы вас поздравляем. Мы нашла своего победителя. На радость следующего победителя книга Паула Коэля «Аля». И это будет участник под номером. Участник под номером 93. Участник под номером 93. 93. Ура! Есть, книга нашла своего победителя. Итак, а сейчас, внимание, наш главный приз. Супер книга под названием «Мифы и притчи классической древности». Эта уникальная книга предоставит вам возможность стать участником создания, становления и развития истории античного наследия. Итак, номер 101. Номер 101. 101. Ура, есть. Мы вас поздравляем, это главный приз. Итак, номер 91. Есть среди нас? Номер 91. Ну, нет, так нет, давайте попытаем счастье еще раз. Итак, энциклопедия достается. 50 вопросов и 50 ответов достается номеру счастливчику 113. Номер 113. Ура! На этом наша лотерея. К сожалению, наш праздник почти подходит к концу.
отцу. Он помог обрести много новых друзей. Спасибо, что в этот вечер вы были здесь с нами. Мы бесконечно рады, что вы можете с тобой частично нашего тепла. Радость и хорошее настроение. Мы не прощаемся с вами. Возвращайтесь к нам. Приходите с семьями. Приходите своих друзей и близких. Приходите, как всегда, вас ждем. У нас всегда интересно познавательно и весело. Но это еще не все. Мы предлагаем вашему вниманию музыкальный подарок. Не уходите, пожалуйста. Музыкальный подарок от нашего петербуржанина Максима Красникова, снятый в нашей ночной библиотеке. Посмотрите, пожалуйста, на наш экран. Посмотрите и насладитесь видео и музыкой. Давайте, смотрите.